Ты нашла Изи? Изи ничего плохого не сделала. Это мы еще посмотрим. Что-то здесь не так. Единорогам трудно подобрать шляпу. Ты узнала, они кто все испортил протыкают. Мой рекламный щит? Вообще-то, нет. Ладно, зато сейчас хорошо выглядит, это главное. Сани, все уже собрались. Но чего-то не хватает. Примроза, она у меня на подтанцовке. Какое же шоу без танцоров? Найдешь ее? Конечно. Где она может быть? Не знаю. Она любит прятаться. И еще любит смузи. Я найду ее. Шоу должно продолжаться. Ты не сможешь попасть в городской парк, пока не получишь медаль Дня Игогойского залива. А Пипи нужна помощь в подготовке ее шоу. Моды зефирных гор. Единорогам трудно подобрать шляпу. Они все протыкают. Примроза. О, нет, Примроза ушла, растворилась. О. Это ты, Примроза? Да, это я, но я не могу пойти на шоу. Почему? Что-то случилось? Просто мне нечего надеть. Всего-то? Я найду тебе что-нибудь красивое. Правда? А мне нужно три вещи. Три? Решено. Ты получишь лучшие цвета Игогойского залива! Наряд для пони-подиума. Одну секундочку. Для шоу Пиппы. Это... У меня есть все, что нужно. Пора вернуться к Примрозе. О, ты их достала? Да, теперь ты можешь выступить на шоу. Но я не могу. Нет, я не могу, не могу. Что? Но почему же? Если ему они не понравятся? Ему?
кому это ему? Хичу? Кому еще? Он так добр ко всем пони, так участлив, такой, каким только он может быть. О, понятно. Но Хич ничего не понимает в моде. Разве? Ты уверена? Да, ему больше по душе пасти кроликов и все такое. А я думала, что наряжусь для пони-подиума и понравлюсь ему. Но я стесняюсь. Почему? Не стоит. Ты идеальна, именно такая, какая ты есть. Правда? Да, просто будь собой. Можешь просто подойти к нему и сказать «Привет». Ну, не знаю, я... Было бы проще, будь у меня причина к нему подойти. А что, если ты просто предложишь ему поделиться смузи? Ну, наверное, это хорошая причина. Он обожает смузи из пряной тыквы. Можешь достать мне такой? Да, я буду твоим смузи-мейкером. Но моя тележка со смузи в магазине. Где же я сейчас найду смузи? Привет! У меня сломался холодильник для смузи. Можешь угостить меня парочкой смузи? Я буду у тебя в долгу. Конечно, Саня, не вопрос. Что ты хочешь? Отлично. Два смузи из пряной тыквы, пожалуйста. О, нет, эти я сделать не могу. У меня закончился тыквенный крем. Если принесешь мне парочку тыкв, то я их тебе сделаю. Осталось еще два. Идеально! Остался еще один. Пора обратно в магазин смузи. Смузи из пряной тыквы. Одну секундочку. Большое спасибо. Это же смузи. Легкотня. Нет, спасибо за то, что вдохновило меня быть самой собой. Лучше этого ничего не может быть. И помни, он обожает кроликов. Кролики? Ага! Может отнести эту одежду Пиппе? Она ей больше пригодится, чем мне. Конечно, она знаток моды. Одежду? Но мне нужна танцовщица для шоу! Хочешь, я найду тебе танцовщицу? Нет, я уже нашла превосходную танцовщицу. Она прямо передо мной. Ну, я... У тебя превосходно получится! Готова танцевать? Ха! Представление начинается, детка! Одевайся, у нас уже нет времени. Девчонки и мальчишки! Добро пожаловать на Пип-Пип-парад в честь дня Игогойского залива! Для начала нам нужно нарядиться. Выбери в меню самый великолепный наряд. Нажми эту кнопку, чтобы надеть его. Нажми эти кнопки и двигай в сторону, чтобы посмотреть другие аксессуары. Ах!
Нажми эту кнопку, чтобы сверкать на празднике. Способна. Я тоже. Ты прекрасный учитель танцев. Вот, это тебе, в знак благодарности. Значок дня и Гогойского залива! Теперь ты можешь пойти в городской парк гонять кроликов. День Гогойского залива мне нравится все больше и больше. Ищи волшебные зеркала. Используй их с помощью этой кнопки, чтобы нарядиться по любому случаю. Ты только посмотри! Даже значок дня и Гугойского залива есть! Ты готова гоняться за кроликами? Пойдем в городской парк! Ну вот и все. Мы готовы к пастушьим. Что? Ты в порядке? Смотри! Мой щит! Не так все плохо. Зубы, смотри!
Это вредительство! Проведем сыскную работу, да? Кто пытается испортить день Гугойского залива? Надо что-то расследовать. Я тоже сыщик. У меня даже резюме есть. А ты не должна быть в летном универе? Не-а. Кажется, всем пони не до тренировок. Нужно найти свидетелей. Это интереснее. Узнай, не видели ли пони что-нибудь? Ох, ладно, я займусь. Виновный является Пегасом. Странно. Нужно помочь Хитчу починить его страшненький рекламный щит. Нужно больше подсказок. Продолжай опрос. В этом сезоне фрукты такие вкусные. И короткая грива красно-синего цвета. Главного подозреваемого сверкающий белый мех. Это все подсказки, но... У нас на руках все подсказки. Идеально. Но это описание... Это же ты, Зип! Да меня здесь даже не было! Ага! Пегас может спокойно улететь с места преступления. Боюсь, я должен тебя арестовать. Нет, ни за что! Прости. О, разыскивается преступник! Мы должны защитить Игогойский залив от подобных нападений. Я предупрежу граждан об угрозе. Что-то здесь не так. Почему мои друзья вдруг на такое решились? Пожалуй, мне нужно починить рекламный щит. Нравятся рога Хитча. Это прямо произведение искусства. Ага, но думаю, надо это пони чинить. Правда? Да. Что нам для этого нужно? Для начала было бы неплохо достать много желтой краски. Ага, я ее достану. Желтая краска? Я могу тебе немного обменять. Я готовлю фруктовый салат, но мне не хватает нескольких ингредиентов. Что тебе нужно? Можешь достать мне парочку яблок и груш? Ладно, принесу.
Еще одно! Тыквы! Вкусные и красивые! Отлично! Теперь можно вернуться в магазин. Замечательные фрукты. А теперь самое главное. Нужна большая тыква, в которой все это можно смешать. По-настоящему большая. Клево! Значит, ищем гигантскую тыкву. О, Санни, я готова отдать тебе самую большую тыкву. Но она еще растет. Может использовать магию? Вырасти ее, чтобы она стала большой, и забирай. Потрясающе! Клево! Отлично! Еще немного. Ой, она же гигантская! Как же мне ее обратно откатить? Силы копытные. Вот это тыква, детка. Вот уж спасибо. Держи, ее заслужила. Крась на здоровье. Отлично. Вернемся к рекламному счету. Ого-гошечки! Настоящий шедевр пони-починки! Намного лучше! Я у тебя такой красивый получился, да? Это было нелегко. Эй, ну, ладно, спасибо. Я наслышана о тебе. Мы же знакомы, Вжух. Помнишь меня? Это не важно, кадет. Ты здесь для проверки своих моторных навыков. Чего-чего? Твоего мастерства на усовершенствованной полосе препятствий. Готова? По
Пожалуй. Посмотрим, как ты справишься. 3, 2, 1, поехали! Произвела на меня впечатление. Мы еще сделаем из тебя летающую звезду. Вот твоя награда. Эй, это же мои ролики. Я их везде искала. Можешь не благодарить. Ну, спасибо. Надень ролики, нажав эту кнопку. Если хочешь... Приветствую тебя снова! Вижу, ты используешь высокоскоростное оборудование. А, ты имеешь в виду мои... ролики! Хочешь пройти в них полосу препятствий? Почему бы и нет? 3, 2, 1, поехали! Уже практически летаешь.